В Комитете госконтроля сегодня заработал Межведомственный совет по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности. Кроме сотрудников госорганов, а правом проводить инспекции наделены 39 ведомств, в совет вошли представители предпринимательских союзов. Вместе они должны разработать критерии, по которым всем фирмам и предприятиям присвоят категории риска. Естественно, если риск невелик, проверок не будет. Конечно, будут в отношении таких вот субъектов хозяйствования с повышенной степенью риска работы находиться постоянно в поле зрения контролирующих и надзорных органов. Это не обязательно, скажем, там будут проводиться в отношении них проверки, но какие-то рейдовые мероприятия технологического, поверочного, технического характера будут обязательно проводиться. Поэтому я не думаю, что с ослаблением вот этой контрольной нагрузки на субъекты хозяйствования мы можем ожидать всплеска, скажем, нарушений законодательства. На разработку новой системы контроля у Совета чуть больше месяца. Критерии должны утвердить до 1 февраля.